Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алекс Бонд, и мы продолжаем играть в The Escapist, а если быть точнее, то в карту Санпанча, в которой у нас не было доступа к интеллекту. В этой серии мы придумали, как дойти до интеллекта, даже добыли некоторые инструменты, надеюсь, вам понравится. Спасибо за огромный актив под прошлым видосиком, всем приятного просмотра, и мы начинаем. Я хочу его знать. Так, пожалуйста, ёпта. Ночь, он спит уже, не надо ему подарки делать. Я не ему делаю, пошел он. Ну, Тони, ты делаешь, что ты не ему делаешь? Я знаю, что Тони делаешь. Готовься. А. Ну ты писец стал, конечно. Так, вот все. Пляж. Время. А, не идет время. 8. А, ой. Так, смотри, у нас 5 ужин. Я предполагаю, где-то в час у нас обед. Сейчас в 9 завтрак, да, ищем. Нам журнал нужен, иначе мы не можем копать. А лучше 2. Слышишь? Да. У тебя есть журнал? Не. Блэд. У меня есть дубинка. Журнал нужен, ёпресоте. А я дубинку нашел. Засунь её, знаешь, куда. Знаешь, кому я засуну сейчас? Достань журнал, пожалуйста, ну ёпресоте. Хорошо, хорошо. Энергетические напитки нам нужны. А ты у себя в камере уже чекнул? Нет, сейчас посмотрю. Ничего, подожди 5 минут, подожди. Сейчас я к тебе приду. Блин, мы сейчас уже могли копать, чел, и получить интеллект. О, кнут. Сейчас я ему буду делать. Батарейка. Ты не нашел этого? Кого? Эту штуку нет. Журнал, блин, это фигня. О, у него в ящике роются. Да я знаю. Нунчаки не желаете? Не, у меня есть дубинка и кнут. Я понимаю. Буду ему засовывать все по очереди. У тебя этот тайник еще полный или пустой? Я не помню уже. Я к тебе в ящик положу кучу всякого полезного. Прячешь. Хорошо. Нам журнал нужен, ёпрости. Что делать? На завтрак прийти. Ты пришел уже? Да. Тоже. Я не знаю, вид... Блин, а нету дырку. Нам 2 журнала надо, бляха. Нам реально надо 2 журнала. На работу. Причем выходить мы через эту зеленую дверь, возможно, сможем. Хотя нет, нам и одного хватит. Для начала. А работа. Да ёб, Джокер, уйди нахер. Да, я ждал этого момента. Да он уже 3 раз на меня нападает. Ай, ты куда к собакам пошел, собака? Да вам мрази. Он с охранником дерется, он что, бессмертный? Он охранника ложит. На охранника захуярил. Я впервые такое вижу, что... Это охранник с головым ключом. Что у него еще есть там? Дубинка можешь забрать, и ну, так... я забрал форму у него. А что ты дубин... А не, а по вещам не было энергетика там? Нет, не было. Он охранника уложил. Я вообще впервые такой... Я вообще офигел, я впервые такой вижу, чтобы зэк охранника уложил. И бот зэк уложил охранника. Так, подожди, нет, форму надо спрятать, то сейчас придет этот... Так, я поставщик. Любить сильно очень. Найти нунчаки. Наунчаки. Наунчаки. Нунчаки. Нашел. Туалетка. Подарить туалетку. Он опять пришел, слышишь, вышел из спортзала этот. А у него, кстати, что-то лежит, чипа. Носовой платок, нашел. Забирай все, что хочешь, он. Не жалко. Да, он реально такой. Это вообще все дерутся.
Нет, нет, не бей его, он мне нужен. Он мне нужен. Нет, не убивай, нет. Блэд, я мыться начал. Дай Джесса, Джесса, дай. Джесса это кто? Примли, примли. Алло, примли, ёп. Да скотина ты такая, ну ёп. Лисли. Что там, тебя любят, да? Нет, он уложил Джека. Примли. Который мне нужен был, чтобы я ему нучаки отдал. Ну чё, Джокер, сюда иди. Ты где, скотина? О, вот это ты. В больницу полетел, походу, там. Блять, там мент, там мент, там мент, его спалил мент. Ну и ладно, мне не жалко. Хотел уложить я тебе. Спалил на костре, да, я надеюсь? Ну, почти. Примли, примли в больнице. А, завтрак, получается, где-то в 9, сейчас обед должен будет быть. Угу. Все, у меня есть деньги, у меня есть 50 баксов. Е, все, я богат. Не, здесь это реально дофига денег. Потому что здесь деньги заработать тяжело. Дешевыми этим заданием. Супер кистень для кого примли. Опять для него... Тупо на примли работаю, ёптю рот. Ну, вроде я так еще и отношения улучшаю. Я не знаю, как нам в команду его добавить. Я постараюсь этот видосик сегодня смонтировать, чтобы нам написали, что сделать вообще. Просто я реально хз. Сейчас физ упражнение. А когда обед? Сейчас. Обед в 2, что ли? А чё, это обед и ужин в 3 часа? Ну да. Дофига приколисты. Ну чекай, жди Джокера. Я почти вкачал урон на максимум, сейчас у меня 70. Ты тоже, да, я смотрю, не дремлешь там, да? Ну тогда. Нам плакат очень нужен, чел. О, они дерутся. Если увидишь плакат, просто валяющийся там, или у кого-то, или купить, или еще что-нибудь, он нам нужен. Вот просто вот наша... Это зеница ока наша. А их нам два надо, и тогда мы сможем сразу в интеллект пойти. Ну так, а прикол в том, что они ломаются, когда ты их снимаешь и вешаешь. Точнее, когда ты их вешаешь. Точнее, снимаешь. Ну, короче, понимаю. В один из этих моментов они ломаются. И, то есть нам в любом случае их делать и делать. Че, обед, да? Или душ? Душ, по-моему, должен быть сначала. Обед. Да. Я тупой или тут обеда нет? Походу, реально нету. Нормально. Я думал, тут ужин просто ранее, а тут обеда. Ну, в принципе, это хорошо, нам надо, чтобы туда меньше ходили. Я не буду сейчас на это жаловаться, потому что мне это выгодно. Видимо, для этого это так и сделано, кстати. Чисто ради твоего удобства. Задание один. Выполняет, там вот чип задание дает. Ага. А реально все по 25 дают. И причем тут не так уж и далеко бегать же от этой до этой. Отсюда до туда. Туда-туда. Че говоришь? Сейчас. Кисточка, я... гребень, палка. Палка нужна? Ну палка, а не как. Как ты любишь. Напильник, но он нам не нужен. О, Джокер! Здравствуй, твой ящик. Знаешь, где он теперь будет стоять? Где? Ща возьму, чтобы было эффектно. У параши, скотина! Нет, так со мной тут это. А он бот, он даже ничего сделать не сможет. Ха. Он тебе лицо как начистит. Это все, что он может. Он охранника это, там того-того сделал. Думаю, сможет. Я Тони тут дохлую крысу подложу в ящик, ты не против? Не, лучше этому подложу. Ну, у меня задание. Ну ладно. Передать пирог. О, я шо вам дофига... О, я этому пирог передаю. Ты тоже задание взял мне? А что, я куда нажал? Я не туда нажал. Хорош. Я, по-моему, просрал задание. А оно было простое. Ну, за 25 баксов, да, что-нибудь. А, нет. А, я ему отдаю. Ну, блядь, ты, конечно, хорош, да, протонатор? Я вообще так-то у меня уже больше сотки подожди, денег. Подожди, это тоже, по-моему, меня... Да, это тоже меня. О, 35. Жертва моды. Найти одежду нет. Заключенного. Че, серьезно? Найти одежду. Братан, я тебе свою сниму. Мне не жалко, ты где? А, ее надо найти, да? Обязательно искать. Давай найдем ее. А, с подкладкой ядрить. Может отменить задание, взять себе одежду с подкладкой ядрить. Давай, давай, поворачиваем туда. Хотя там 35 баксов. О, я сейчас у Джокера возьму задание. Но он меня будет бить в следующий раз, когда я ему задание мне принесу, я просто уверен. А какого черта там офицер забыл?
Лей, там офицер еще на кухню заходит, ну ёпрсоте. Я ему дал по лицу, слышишь? Угу. Джокеру дать по лицу? Не надо. Да не надо. Да тебе не надо лишний раз это... заколебал. Че у нас ужин? Я тут работу делаю, у меня типа как еще за это и улучшаются, как я понимаю. Отношения, ну должны, надеюсь. А что у того Тони, блин, что у тебя за Тони, барыга такой? Все через него. А, у меня последнее задание. Сколько у меня уже денег? 235, братан. Ну, короче, чтобы ты понимал, мне надо свой же туалет затопить. Ну, потому что он в твоей камере. Свою парашу, хорош. Хорошее задание берешь. А что у нас с Джокером по отношениям? 34. А, да? Да, найти скрепку. Что? Ты чё с кнутом тут бегаешь, зараза? Тупо. Ну, чтобы этот... Хорош, парашу. Сколько тебе за это заплатили? А я не знаю. Десяточку? Наверное, десятку, потому что я обычно такие дешевые задания не беру. 25. Ну, я сейчас именно по таким заданиям и хожу. И отношения. Отношения улучшаются, заполнять задание. Все, Джокер теперь мой друг. Привет, братишка. Работа. Звездюлей тебе дать? Ну, а хрен ли, я все помню. Ну, еще одна палка. Ой. Можешь сделать палку? А, точно, мы же не можем ничего делать. Нам плакат нужен, блин. Работа. У тебя почетное задание? Десятка, пошел нахер. Я так дешево не работаю. Там десятка. And. Че молчишь? Да. 25. Плитка шоколада передать, окей. Иди сюда, Тони. Все через тебя, блин. Я колупал. Че у тебя Тони заторгаешь? Не спрашивал у него никогда? Нет, он нормальный мужик просто. Все через него. Это вот... Хотел его ударить, но вот он передумал. Так, тут Джек сходит. Твой урон восстановили, теперь у тебя чистая параша. Хорош. Зачет. Я у тебя сейчас что-то услышал. О, земля, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Найти носок кистень. Окей. Блэд, подушку взял вместо носка. Что еще у меня по заданиям? Что это я сейчас мог сделать? Разборная мебель, фига себе. Только у меня интеллекта не хватает, а так давай, спасибо. Давай, ударь, ударь. А, ударил. Давай, я дойду до охранников, не переживай. Положить стол земля, ага. Ну, пиздатель. Пидор. Господи. Так опять твой Тони, ё-моё. Пол задания через него. Положить столь... А, стеной блок, окей. Короче, не для тебя, успокойся. А, получить кастет и получить энергомодуль. Ты его не сделаешь. Их объединять надо. Энергомодуль стоять, возьми. Мы, ты его возьмешь, возьмешь энергомодуль или можешь от этого отклонить? Да. Только не тратьте шокер, пожалуйста, на этого. Хорошо. А кто меня ударил? Ну ладно. Вот мы их вот тратить будем только на нужно, окей? Хорошо. Еще раз. Мы его хорошо тратить будем только на нужно, окей? Да. Ну смотри. У меня дубинка есть. Работа. На случай важных переговоров. Ну, шокер для дел, потому что он, типа, вырубит, так и от него удовольствия не получишь, там. Все дела. Но с плаката нет. Ну, бери его и отменяй задание. А я еще кастет возьму. А. В всякий случай. А за мной идет охранник? Нет, 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 не идет, нет, 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 не идет, все нормально. Все под контролем. Плакат делать надо. А чё у тебя в камере все так чисто? Давай сейчас тоже всякие эти скидывай.
вообще ничего не собираешь, как будто бы. Куда этот энергомодуль и кастет? Ну, к себе в этот тайник положи энергомодуль. Кастет, а как у хочешь. Меня тут лежит два напильника, изолента, энергощиток. Напильники не нужны там. Энергощиток это что еще? Так, пластина этот. Ну, да, она там нафиг не нужна, она не настолько важна, чтобы ее попасть. А куда ее? Ну, в обычный ящик положить, что ты ее в тайник-то прячешь? Ну, она запрещенная просто. А, я понял, о чем ты. Подойди к моему ящику, пожалуйста, глянь. Чтоб ты понял, как играется это. А если проверять будет, что будет? Мне все равно. А, понял. Ну, во-первых, смотри, нас много. Сведем вариант того, что меня будут проверять на минимум. Да, будут. Я тебе даже больше скажу, я не обращаю внимания на то, что их будут проверять, я забываю об этом. Понимаю. Ну, будут проверять. Потеряю это все, но оно у меня есть сейчас. Хотя бы. То у нас опять куда-то что-то не сходило, я не понял. Наверное, опять ты заклопал. Что, я сходил на работу. Там почему у нас пол звездочки? На завтрак ходил? Да. Нам плакат нужен, ну придет сбежать не сможем. Мастика, ну нафиг она мне сейчас сдалась, Тони. А ты проверял эти ящики, нет? Да, я все проверил по второму разу. Я ищу просто плакат, ну ёп. Его нету. Его нету. Давай, сила. А, кстати, сила вот эта вот падает, нет? Физическая форма. Да нет, вроде бы. Но мне не... Не, у меня не упало еще. Сила сотка, все, в бешенстве получена ативка. Ты сейчас. Ее только сейчас получил? Да. Да. Я никогда не докачал до сотки, а нафига? Лица ломать. Я и так как-то умудряюсь, как ты заметил. На скеле. А это трата времени. Это очень тяжелая ачивка. Ну, в плане, так-то сесть, делать ее, да, можно, но... А что такое? Вот. В плане того, что там очень тяжелые кнопочки. Я ее не хотел делать. Не, я, во-первых, о ней не знал, во-вторых, ну типа. Я не на ачивке. Не ударил. У меня не проверяют там ничего, а то что он стоит так нагло. Да там быть не должно, что ты. А вот захочу и буду. Не надо хотеть и быть. Ну ладно. Чип 40. Убей его. Никто не ждет меня, думаю. А, по лбу нет, не хочу. Кого, меня, наверное, да, скорее всего? Нет, там дипс какой-то. Ну ладно, я удивлен. Хотя я даже его не знаю вовсе. И вторая ачивка олимпийц. За то, что я физформу прокачал. Там в трусах бегает красненько. На этой ачивке. Ну дайте мне журнал, ну блэд. Ну ты... Я хотел задание у него взять, он начал меня бить, но нормально. Да, бывает. Нет. А ударь мента, ударь мента, ударь. А, получил, поебал. Его снайпер уже бьет. Ну тогда, он же мента ударил. Тебя тоже бил, если бы ты тоже ударил. Стиральная доска нужна, нет? Нет. Нам нужен плакат. Да я у него швабру заберу. Журнал, что-нибудь. А, я его раздел, слышишь? Звучит не очень. Неважно. Вот как вас, заразы? Да чё вы меня все бьёте? Я не знаю, как там это. Где Джесс? Да, или рот, мы с тобой вроде дружим. Я уже не разговариваю с Джесс. И чё, мы типа с тобой рассорились из-за того, что... А, нет. Ты как его направить на это? Я понял. Смотри. Ты отметился? Да. Ты можешь P английскую нажимать, и будет направление, да? Ты сможешь разгоняться на этого персонажа. Просто нажимаешь её, и всё. А мышкой, короче, средняя кнопка мыши есть. Средняя кнопка мыши, нажимаешь на человека и все.
и ты навелся. Я не знаю, как их друзья добавить, блядь. Да, блядь, дайте мне вас зайти. Ну, нету ничего. Да я понимаю, что такое. По-другому не скажешь. Испугался? Да. Покажи мне свой ящик. Почему он такой легальный? Потому что. Закидывай то нормальные вещи. Где все твои нормальные вещи? У меня весь ящик, ты же видел. А у меня нету вещей. Так потому что ты не ищешь, нихрена. Не берешь, я не знаю. Я ищу. Ну не берешь. Но ничего нет. Не берешь. Называй свои вещи своими словами. У меня задание по журналу, слышишь? Да, да, бери. Только мне его нужно уничтожить. Да пофиг. Ты отменишь задание. Бери журнал. Ты взял журнал? Да. Нет, ну, подожди. Бери журнал. И отменяй задание. Журнал. Вот я думал, то, что вот есть такой еще вариант. Все, отменяй задание. Сейчас. Отменил. Покажи сюда, иди. Он же незаконный, да? Не, он законный. А, скинь сюда. Тот журнал, который мне нужен, точно. Блэд. А, ну вообще. Сейчас, да, я проверю. Чтоб у меня было на быстром, так сказать, постер. Да, это то, что надо, чел. Смотри. В следующий раз после завтрака мы можем идти это делать. Я беру изоленту, с собой две кирки, и мы копаем. И ломы. У тебя есть ломы? Не. Нам нужны ломы. Ну, желательно побольше. Можно попробовать через медпункт, но там ментов столько ходит, что туда-сюда ходить неприятно будет. Мне кажется, все-таки как изначально более безопасно. Молоток. Нам нужен второй журнал, если что. Ну, если вдруг. Давай, давай, надо скипать быстрее время. О, кого-то отлюбили. Джесс, я... О, журнал! Да ты что, серьезно? Да ты что, братан? Второй журнал. Идеально. Это, получается, две изоленты, которые у меня есть. Да. Кирки, лом. Вообще там одного лома и двух кирок хватает, чтобы все осталось целым. Так что мы скоро будем читать. У меня задание на постер. Бери. Точнее, журнал нужно опять. Они нам заставить. Нужны будут все. А у тебя есть что было прям сразу сделать? Там нет такого? Да, есть. Нужно сделать вот. Постер. Давай. И отменяй. Делай и отменяй. Сейчас изоленту пойду возьму. А ты их типа читаешь все постоянно или как? Ну да. Или там так и написано, постер вот это вот все. Ну там вообще написано, постер было. А ты заметил то, что есть у заключенных такая вот... А она где, сверху написано постер или просто написано постер? Что написано, постер было. Или в задании? У меня не получается, мне надо повысить свой интеллект. А, ну... Да, точно. Все, отменяй задание, бери все это с собой. Смотри, значит, мы берем это с собой. Блять, нет, не умри, не умри с скотчем. Нет, нет, иди... Дай скотч. Дай скотч. Скотч дай. Пошел. Да мне скотч дай, алло. Ну сейчас целлюлей даст. Дай ему все, я его... Смотри, нам надо взять по журналу, то есть это журнал... Ой. По постеру, то есть это журнал и скотч каждому. Взять можно всяких больше энергетиков, чтобы прочитать, научиться как можно больше за один заход. У тебя есть энергетики, там что-нибудь такое? Нет. Значит, с утра мы на всякие энергии, всякие вещи. Ставим акцент. Особенно фиолетовые вот эти вот. Готовься спать. Только не слей. Выложи скотч. Изоленту. Сейчас. Я вернулся. Пол звезды сейчас дадут, быстрее беги. Или не успел уже? Я даже успел ей трить. Я думаю, я уже тут
после ужина приду. А, чё, тогда бери свой журнал. Я нашел две батарейки и журнал еще, по-моему, один. Да, сейчас это не важно. Журнал, изолента. Кирка, кирка, лом-лом. Журнал. У тебя только журнал, изолента, правильно я понимаю? Журнал, изолента, банка содовой и бутылка молока. Ну, я думаю, ее выбросить надо, да? А ты не смотрел, кстати? Ты всю тюрьму смотрел? Да. Энергетиков набери. На фул. Оставшись. У тебя изолента и журнал, все. Остальное все энергетики, да? Да. И банка содовой можешь. Так, физупражнение я отметился. Ну, блин, копать там несколько часов. Я пошел копать. Подходи. Сейчас отмечусь. Что там? Да ну нафиг. Что? Оно не копается. А тут копается. Может только... Ага. И тут копается, блед. Тут копается. А шокер ты... Ай, ты не можешь его делать. Ну, если только там копается, блин. Я не знаю, спать ли нас... А, я не могу здесь копать. Ящик мешает. Нет. Не знаю, там много причин может быть. Он с той стороны, так что... Нет. Так, у нас что-то надо отметиться. И что? У нас ужин через 3 часа, мы вряд ли успеваем. Или успеваем? Рискуем, нет? Успеваем. Ну давай попробуем, давай. Спасибо, что досмотрели данный видеоролик до конца. Надеюсь, вам понравилось. Если хотите еще увидеть, не забывайте прокомментировать и оценить. Всем удачи, всем пока.